Красота. Сейчас, секунду. Спасибо. Это реально креп еще на 2 часа. Я смотрю, задержка не пошла, да, здесь? Нет, готовитесь. Давай, снимай, снимай, снимай. Да, не так. Сейчас. Кнопочку. Вот я нажал кнопочку на себе и тяни. Ручку можешь подрегулировать под себя, как тебе удобно, выше, ниже. Я просто прикрутил так стандартно. Не, ну подрост, понимаешь, там подстраивается в основном. Ага. Не, скажи, я со своей стороны сделал все, что мог. Да нет, спасибо. Правее. Так. А во сколько он приедет, ты без понятия? Ты можешь поводить чуть-чуть просто камеру? Поводи просто. Мы можем сначала опаздывать ребят, если мы нет? Беги! Беги! Я сделал все, что мог. Да я так бы я сам. Нет, ну я надеялся, что у меня получится. Что мое природное обаяние. Обаяние. Тоже важно. Плечо как тогда, сажай плечо. Сажай его себе на корт прям. Уноси его. Значит, начинай зараз через запись, скорее всего, да? Посильнее закрути. Если что, ключиками я закручиваю так на мясо. Ты не представляешь, как хорошо, что я штанину пониже опустил, а то Ярослав, конечно, прикрутил его, молодец, но он не подумал об одной вещи, что кроме горизонта нужно еще вертикаль ставить. У него ножки выходили сюда ближе, и получилось, что камера вот так вот стоит. Очень неудобно.
Сейчас. Так. Это просто, это крепость руки. Это нет, понятно. Может, только камеры снимать. Второй. Проверь их сам методом тыка и поймешь. Я сам балдею с этого штатива, если честно. Я половину денег, которые мне подарили на свадьбу, ну, нам подарили, поделили с женой, она свою там куда-то потратила, а я купил себе штатив. Ярик пишет, какой там. А ты сфотографируй пустое место, скажи, я готов к эфиру. В принципе, все так хорошо. О, бежит. Ты меня слышишь, я тебе говорю? Мальчик в розовой кофточке. Колбасок? Значит, ты как у меня так сложно. Не, ну я не знаю, я не помню, кто едет. Да. Это ты уже едешь, я думал. Ну если я после Феникс 99, вроде Феникс Раменки, во сколько приеду, я не знаю, ко второму тайму, скорее всего. Вара, перед твой! Нет, ты жди. Готовы с собой поехать. Ну я так. Давай, выходим. Тут счет 1-0. Верх игра первая. Конечно. Ну, хотя странный вопрос. Я вообще ЦДН в желтом вижу первый раз. Я тоже. Я думаю, что это Гатагов на втором поле вышел играть? Ну, для Гатагова все слишком белые. Может, политика просто изменилась в команде? Мне знаешь, что понравилось? Демократия в отдельно взятой группе, да? За какой матч голосуем? ЦДН Портер. ЦДН. Проголосовали, ЦДН выиграл, и все равно ЦДН Портер не было. Не показали. Типичная Россия. Голосуй, не голосуй, все равно получишь. Отвалился, снимай.
Чего, дай судья! Игорь, Игорь, Свет! Да, они еще не начали, Александр. Я надеялся, что ЦДН будет тяжело. Гони! Гони его! Гони! Вверх играй! Команду ниже! Лево-лево, Томми! Команду! Команду ниже справа! Команду ниже! Трансляция есть, говорят, нет звука. Да ладно, блядь. Ну и слушай, я читаю то, что пишут. Давай!
Молодец, 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 молодец. Подожди, Виталя! Крис! Крис! Никого!
Как мне показалось, так немножко эта атака была заиграна, но здесь отмечаем в любом случае этот коллектив. Во-первых, отличный розыгрыш с углового, что там успели все-таки усветить последнюю секунду его удар накрыть первым на подборе. Был на подборе 23-й. Ну что ж, говорил я, что темп очень высокий, вот наконец-таки после второго гола у нас команды действительно занялись, побежали и те, и другие, в любом случае побежал, потому что уже 2-0, и так слишком много. Атака Дубников. Забирает, и вот она быстрый ответ. Белов можно в середину залезть, очень долго это делал Павел. Удар, нет, не забивает. У нас Рустам Рамазанов. Отличная атака, в принципе, два паса. Сейчас Капитана прошла. Пустик подавал Белова. Тот Никто почему-то не отважился на этот удар, на самом деле. Киселев сделал все, абсолютно все для своих партнеров, но ни Рамазанов, как все, ни Кузич не попал, и мысль была больше поставить этот мяч партнеру, но так как это технически Середина игрока.
Замену может, а где? Нет, никакой. Женя! Стенку! Что самое? Что, Женя! Что? Андрей! Уйди оттуда! Андрей, туда у Натальи штангу! Уйди Натальи штангу! А да, вот туда! Шахманов так же появляется. В центр поля. Давайте время, как это еще одна. Вы сейчас вы видите, что
Крис аккуратно как-то так, немного небрежно нападающий принял. Браво! Браво!
идеально. Бежать, а здесь уже не разобрались у нас. Подходим, ближе, ближе, да! Быстрая атака! Разрывы пошли! Не трогай, Серый, не трогай. Все, вдвоем его. Титан сейчас не забивает один-единственный гол в действительно в раздевалку. Но за нами катастрофа. Только
Шагай! 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 Это каждый два, каждый! Да,
Хорош, Рус! Хорош, Рус!
Доходит эта передача на Киселева, тот еще один. Нельзя Медведев успеть здесь отдать, успеет, нет, успеет ударить, но только лишь угловой. Только лишь угловой, заработал. Да, удар ближний, Вася справляется. Атака Титана продолжается. Уже просто на руку. Давай, 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 давай
Давай, 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 давай
Thank you.